Здравствуйте. По центру. Здрасте. Хорошо. Вам никто не говорил, что вы похожи на Бьор? Мария. Мне? Александровна. Нет, всего там пару сотен. А так. Она... Но на самом деле это опытная концертирующая певица. Так. А вы что, Мария? Поэтому. Мария Александровна. Эстрадно-джазовая музыкальная школа. Я так и знал. Поосторожнее, ребятки. Предлагаю не болтать, а пусть человек поет. Может лучше. Чем порадуешь нас, Маша? Лара Фабиан. Мадемуазель Хайд. Это красивое произведение. Давайте послушаем. Share my faults if you will and guide me through. I am the kind of mind who's turning to Dr. Jekyll or Hyde. Which one, just whose? No, I can be from hell or moon. I'll be yours when you have me. You'll be cursed because you love me. I rehearse. Спасибо, Машенька, спасибо. Я пытался понять. Да, ты поешь, это понятно. Так, Мария такая романтиш-коллекшн, что она совершенно без труда справится с песней, которую исполняет певица Лолита, про звездочку. Пошлю его на. Я заметила, его не сказала. Это сказал ты. Ты можешь послать его на, вот это вот мужчину? Поругайся с ним. Да, сделай ему какой-то выговор. Невежа. Беда не приходит одна, а детей ходит след во след. Как зовут? Только если слова... Приставай к тебе, приставай! Только слава, урок, ответ. Время тянется, но я спешу. Но когда-нибудь я решу, пошлю его на... Спасибо. Ну, он скромно приставал. Наверное, знал, что мне 16 лет и нельзя сильно приставать. Спасибо. Мария, поверь мне, если такой ублюдок начал приставать, ты бы его не так бы ногами пинала ты еще. Ты бы его прям, да, ты из уважения все-таки да с артист, ты вот уважаешь этого мужчину. Как я быстро перескочил. Надо было пожестче с ним. Ну, я так всегда отшиваю, типа, ой, прости, нет, ну, я не умею жестко. Мы благодарим, Маша. Спасибо, я Маша. Думаю, что вы сегодня произвели неизгладимое впечатление и на Владимира, спасибо, и на Сергея. Ну, спасибо большое. Удачи. Вам сообщают результаты кастинга.